на базе факультета усовершенствования Моники организовалась кафедра ортопедической стоматологии. И впервые около 20 лет назад я здесь прошла обучение по системе с использованием дентальных имплантатов Симадос. И по настоящее время я работаю с этой системой. Каждый симпозиум, который проходит, он всегда проходит в очень интересной, теплой атмосфере. Это всегда встреча специалистов, высококвалифицированных. Это встреча с друзьями, с коллегами, обмен опытом. Запомнилось, наверное, из последних симпозиумов. Это симпозиум в Сочи, это симпозиум в Санкт-Петербурге, который проходил в прошлом году. Всегда приглашаются очень интересные лекторы, на курсы которых потом хочется пойти и продолжить обучение. Организаторы симпозиума, в частности в лице непосредственно моего завкафедры Федора Федоровича Лосева, это высококвалифицированные специалисты, которые на свои симпозиумы приглашают специалистов тоже высокого мирового уровня. Рассматриваются очень сложные и интересные вопросы, касающиеся и непосредственной имплантации, и других сложных вопросов именно в ортопедической стоматологии, хирургической. Это вопросы гнатологии, окклюзии. И всегда это живой и теплый обмен мнениями. Всегда можно обратиться и получить консультацию у данных специалистов. И по завершению это всегда теплый и приятный атмосфере банкет. Дорогие друзья и коллеги, буду рада встретиться с вами на 15-м юбилейном конгрессе, который состоится в Москва-Сити 25-26 октября.